А можете объяснить, кто это, представиться, что это? Вы можете это озвучить? Спасибо. Я начальник охраны, подполковник Иосиф Владимир Александрович. Старший инспектор отдела надзора и безопасности, майор Григер. В этом документе все указано. Выйдет, да? Да, выйдет. У нас в колонии введен особовый стан. На период особого стана забороняется травали побачення. Корпус такой и травали побачення. А право на адвоката при этом не имеет значения, что люди там находятся, не потерпевшие? Почему? Если вы смотрите, допустим, новости, вы видите, в интернете видите, правозащитники к нам приезжают, на все приезжают. Вы тоже к вам приезжаете, не пропускаете? Почему? Не пропускаем, потому что у нас особовый стан. Не всех получают? Когда особовый стан закинется, Москва вопросом. А можно попросить вас выключить ознакомить с материалами, сфотографировать этот цикл? Он не ДСКшный. Смотрите. Я фотографию уже. Мы не скрываем ничего, все официально. Нам скрывать нечего, да. Организация что ли? Спасибо. А можно мне? Да, да. Сейчас скажу.